Наряд департамента охраны нес обычное ночное дежурство. По рации поступило сообщение. В одном из торговых объектов сработала сигнализация. Буквально через 3 минуты милиционеры были на месте. 9 сентября 2:03 от дежурного получили информацию о том, что сработал магазин по улице Советская. Прибыв на место, нам был установлен факт разбитого стекла входной двери. При отработке прилегающей территории со служебной собакой нами был задержан гражданин, который ранее был судим. Сотрудник со стажем и исключительным нюхом, немецкая овчарка «Альфа», по следу нашла подозреваемого. Задержанный 30-летний житель Светлогорска, ранее неоднократно судимый. Еще и суток не прошло, как он освободился из мест не столь отдаленных. По его же словам, в одном из баров он отмечал обретение свободы, которой был лишен последние 2,5 года. После хотел уехать домой, но вокзал уже не работал. В изрядном подпитии отправился гулять по городу. Почему он камнем разбил стекло в магазине? Из хулиганских или, может, других побуждений предстоит еще выяснить правоохранительным органам. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».